Продолжаются выездные встречи главы Славянского района с жителями сельских поселений. Такое прямое общение очень полезно для продуктивной работы и поиска решений житейских проблем селян. Подробности встречи Романа Синеговского с жителями Кировского сельского поселения смотрите в первом материале выпуска. Кировское сельское поселение благополучно в плане благоустройства. Для селян не в новинку получение призовых мест в краевом конкурсе «Лучшее поселение Краснодарского края». Но стремиться к лучшему здесь считается хорошим тоном. Жители хутора «Красноармейский городок» с интересом узнали о предстоящей встрече с руководством района и охотно пришли в сельский клуб. Глава Славянского района приветствовал всех собравшихся и рассказал о том, чего удалось добиться в социальном развитии и благоустройстве поселения. В центре хутора Голицын построена спортивная площадка. Да? Значит, сделали парк. Парк, который сегодня уже функционирует. На сегодняшний день полностью подготовили проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса большого. И желание, чтобы наши дети из Забойского, из Голицына, Петровской, кто поближе живет, там, Водный, посещали спортивный комплекс. На сегодняшний день в стадии завершения документация по строительству офиса врача общей практики в хуторе Голицына. Офис врача общей практики будет иметь большую площадь, а также необходимые кабинеты и оборудование для более качественного медицинского обслуживания. Благодаря участию сельского поселения в программе «Комфортная среда» будет обеспечено финансирование строительства парка в хуторе Белика в будущем году. Был задан вопрос по необходимости проведения спортивных занятий с детворой хутора. Сразу же начался поиск его решения вместе с руководителем управления образования. Роман Синеговский отметил, что нужно увеличить здесь количество спортивных тренажеров и привлечь тренера, который бы занимался с ребятами. Также прозвучали вопросы о проведении интернета в хутора, качестве воды и тарифах на водоснабжение. Были даны подробные разъяснения. Каждое из обращений будет взято на контроль для дальнейшего решения. Общение с жителями продолжилось в Доме культуры хутора Голицын. Глава Славянского района положительно отозвался об уровне благоустройства и порядке, который здесь соблюдается. Въезд шикарный, фонари горят. Это говорит о том, что, в принципе, так и должно быть, что люди инициативные и мудрые, знают, чем заниматься, знают, что делать. Поэтому вот въезд, который сделан, хутор Голицын, в целом, Кировское сельское поселение, я понимаю, какие это деньги и как это классно, когда вот все-таки и дорога, и тротуар, и силовое ограждение, и освещение. Все в комплексе, как говорится, работает. Дальнейшее общение было в формате вопрос-ответ. Жители задавали вопросы как личного характера, так и касающиеся общественной жизни. Жильцы многоквартирного дома обратились с просьбой посодействовать в решении их проблемы. После ремонта крыши дома вода после дождя стала попадать в подвал, что вызывает беспокойство у жителей. Глава района дал поручение ответственной за это службе разобраться в этом вопросе и посодействовать в его решении. Встречи с жителями пройдут во всех поселениях района, ведь успеха можно добиться лишь при объединении усилий самих жителей, представителей власти на местах и руководства района. И поскольку есть хорошее взаимопонимание и взаимодействие, то результат такой работы будет положительным. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».